Саратовский областной суд. Именно сюда прибыла съемочная группа «Момента истины» по заданию редакции. В наших эфирах уже рассказывалось о событиях вокруг покушения на Малышева, уголовное дело которого было странным образом раскрыто в самые кратчайшие сроки. Однако Малышев не признал в бедолаге, которого следователи заставили дать признательные показания, убийцу. Ловят тут же по горячим следам киллера. Оказывается, наркоман какой-то. Так Малышев его не опознал. Он говорит: вы кого мне представили? Это же не тот человек. Я видел того, кто меня убивал. Я видел его лицо, я видел его руки. А у этого все пальцы в перстнях. И потом этот наркоман и рассказал, что на него было оказано давление, ему предложили это взять на себя преступление. Следователи. Снизить резонанс, ну, конечно. Отдел-то шумное, надо как можно скорее успокоить общественность, найти злоумышленников. Более того, Малышев сам нанял своему, так сказать, убийце адвоката, чтобы доказать его невиновность и заставить таки нерадивых саратовских полицейских работать по закону. Тогда активная позиция депутата привела к возбуждению уголовного дела в отношении сотрудников следствия по факту должностного преступления. Однако стремление обезопасить себя и семью от истинных заказчиков и убийцы и несгибаемая приверженность закону стоили Владиславу Малышеву свободы и стали настоящей бедой для семьи депутата. Как рассказали нам сами саратовцы и как предполагают защитники Малышева, его публичные заявления о нежелании сотрудников полиции искать реальных заказчиков и киллера привели к прямой конфронтации с главным полицейским области, генерал-лейтенантом Петром Арениным. Предполагая возможности главного полицейского области, становится совсем нетрудным достать с полки пыльное уголовное дело 7-летней давности, прекращенное, что важно, в связи с отсутствием состава преступления, сменить статус бывших обвиняемых на свидетелей в обмен на удобные следствию показания, и на основе которых и построить обвинение в несуществующем преступлении в отношении неугодного и неуемного депутата. По мнению Малышева, то уголовное дело, приговор, по которому нами был обжалован, и вот сегодня апелляция вынесла свое решение, это результат его деятельности по делу Солодилова. Это, по его мнению, значит, успех. Будем надеяться, очень хочется надеяться, что временный, тех сил, которые стояли у истоков. Дело в том, что сам Сергей Аренин, начальник главного управления, дал указание наказать Малышева. Вот уже более 25 лет редакция «Момент истины» является автором самых громких и резонансных расследований. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. Лично дал указание. И сейчас Малышев страдает из-за своей принципиальности. Речь идет о старом уголовном деле по факту хищения 12 миллионов рублей из компании ЗАО «Богородскнефть», где Малышев некогда работал директором и имел пакет акций. Как известно, уголовное дело было возбуждено по инициативе оппонентов Владислава в этой компании, жаждавшими получить полный контроль над предприятием. Тогда Малышев решил не вступать в конфликт с агрессивными предпринимателями и отошел от дел. А уголовное дело по факту мошенничества в отношении бухгалтера компании, главного инженера, подчиненных Малышева и его предшественника, бывшего директора компании, успешно прекратили за ненадобностью. Изначально настоящее уголовное дело было возбуждено по факту неуплаты налогов. И в качестве соучастников Малышева выступали руководители топ-менеджмента на тот период компании «Богородскнефть». Впоследствии остался обвиняемым один Малышев, а те лица, которые привлекались наряду с ним, они стали свидетелями. И их показания волшебным образом изменились либо непосредственно перед этим, либо сразу после этого. Среди них, например, вот господин Горбачев, которому очень много уделяли времени, который является свидетелем и который непосредственно подписал те документы, которые судом признаны фиктивными и изготовление которых вменено Малышеву. Абсолютно безосновательно. Но не столько приводят в шок личные амбиции высокопоставленного полицейского, сколько однобокая позиция районного и областного судов по делу Малышева. Вот мы и
пытались доказать и суду первой инстанции, и суду апелляционной инстанции невиновность Малышева. То есть, как вы слышали в судебном заседании, наши доводы были, на мой взгляд, достаточно конкретны, аргументированы. Вот из выступления прокурора, к сожалению, я не услышал каких-то контраргументов, которые с точки зрения закона позволяли бы суду вынести то решение, которое он вынес. Вы тоже находились в зале суда, мы слышали итоговое решение, резолютивную часть, а в полном объеме я еще его не знаю, поэтому почему суд не согласился с теми или иными моими доводами, а я считаю, они достаточно были конкретны, и защита, и сам Малышев выложили суду целую гамму доказательств и указали на достаточно большое количество нарушений закона, которые, на наш взгляд, были допущены судом первой инстанции, которые позволяли суду апелляционной инстанции изменить приговор, отменить даже его, я бы сказал, и ввиду того, что Малышев незаконен. Мы сейчас на этом настаиваем. В ходе многочасового судебного заседания в областном суде защитники депутата самым исчерпывающим образом мотивировали причины, по которым большая часть доказательств обвинения несостоятельна, а свидетели имеют прямую заинтересованность в оговоре подсудимого, и их показания противоречивы. Выступления прокурора проходили под еле слышный шепот полного зала. Слишком уж резало ухо изобилие нейтральных и бессмысленных клише и сильный дефицит мотивированных доводов. В последнем слове Владислав искренне, несколько эмоционально, но очевидно правдиво, обязался исполнить любое решение суда, какое бы оно ни было, высказал уверенность в объективности судей и законности решения и обещал не переставать бороться за справедливость. Я могу вам обещать, что я продолжу борьбу за свои идеалы, за свое честное имя, за справедливое отношение власти, придержащее каждому гражданину, и за равенство всех, абсолютно всех людей перед законом. Теперь я хочу обратиться к вам, уважаемый суд, учитывая тот уровень гражданской ответственности, который ложится на вас, чтобы поставить в этом деле справедливую точку. Я как человек и гражданин веряю свою судьбу в ваши руки, в вашем лице Российской Федерации, именем которого вы будете выносить решение. Я как патриот своей страны не хочу сомневаться и не сомневаюсь в вашей честности, справедливости и беспристрастности. Могу лишь требовать и просить для себя справедливого решения. Спасибо вам за внимание. И даже несмотря на это, коллегия не нашла оснований отменить незаконный приговор в отношении депутата, лишь незначительно смягчив последнему срок, чем дали Владиславу возможность сдержать свое обещание уже сейчас. Редакция «Момента истины» продолжает следить за развитием событий и будет сообщать о новых подробностях в деле борьбы с должностными преступлениями в Саратовской области.